дорогая наша бабулечка, мы тебя поздравляем с твоим юбилеем. 95 лет, чтоб ты еще долго-долго жила и долго-долго нас радовала. Да, да. Мы все подражаем твоему примеру. Да. Да, ты нам пример, долгожитель. Так что еще, моя хорошая, живи долго-долго. О, я буду за 120 жить. Вот, все верно. Значит, еще будем продолжать. До 120 буду жить. Всем благодарна на зло. Дочки у тебя розовенькие. Да. Молодец, да. Ты у нас умница. Да, конечно. Ты нам всем пример. Мы так должны все держать. 95 лет на своих ногах. Сама со собой ухаживаешь. Да, еще нам пироги стряпаешь. Встречный план по откормке, чтобы мы не похудели, не дай бог, да? Не знаю. Ну как не знаешь? Ну пироги же стряпаешь. Пироги же стряпаешь. Дорогая тетя Валя, милая наша, мы тебя очень любим. Поздравляем все тебя с таким большим юбилеем. 9,5. Любим. Это классно, это здорово. Целуем тебя. Здоровья тебе еще на многие-многие годы. Здоровья нет, а на деньги не купишь. Здоровья, поговорим тебе здоровья, счастья. Много-много счастья. И вожичу. И мы тебя любим. Много сильно. Я жила в колхозе, я не забуду. Пахала, боронила, хлеб съела, свой ела. В Иркутской области сжигала серый деревня Боты. А у нас у отца с матерью было 6 дураков. 3 сестры, 3 брата. Отец в армии погиб. Нас мать одна воспитывала. Трудно было, конечно. Пахали, боронили, хлеб съели, выбирали, молотили. Но я в колхозе работала, потом вышла замуж, на производстве работала. Вот только в последнее время я 11 лет на нефтебазе отработала. Да, жили в своем собственном дому, строили с мужем. Хоть печки топили, да хлеб там стряпали, булочки. Да, я прожила, войну пережила. Нас воспитали строго-настрого. Бабушка была, дедушки не было, отец, мать. Не врать, чужого не брать. Работать хорошо, чтобы с людям относиться как, не обманывать никого. А сейчас что, сейчас обманывают? Вот меня родственник. Я квартиру продала без всяких, а он записал на себя, а теперь суд идет, а толку нет. Но я поверила, доверилась ему. Я ему доверила 6 миллионов. Ну ладно, квартиру купили 4 600. А он записал на себя. А сейчас судят нас, а что толку? Не могут. Денег нет, а квартиру не отдает. А у меня сын есть, наследник. Мне надо тоже ему. Оставить что-то, сколько я проживу. Такая все. Мечта у меня, чтоб мне квартира была за мной, и все, какое имущество, чтоб осталось все сыну. Что это такое за обман? Почему вот бабушке помогаете? Все же думают, что только о корыстных мыслях, в принципе. Ну да, то, что по корыстным, я ни от одного слышал, что да, тут корысть. Нет, тут нет корысти. Это какой-то, это, не знаю, дань какой-то благодарности для этого человека. Тут такая предыстория, что мои родители в 60-х годах сюда приехали по комсомольской путевке. Это, можно сказать, первый такой хороший друг. Это друг семьи моих родителей, которая помогала им
в том числе и выращивал, растил меня, там все, постоянно сидели тогда, раньше же садики были с 3 лет, там все, были очень тяжелые времена, также у меня держала хозяйство и помогала, в общем, были времена тяжелые моих родителей, вот это такой друг всех времен. Ну и так и появилось, потому что пока они здесь жили, мы вместе, все праздники собирались. Даже та сторона конфликта, которая сейчас у нас получается, с которой мы судимся, мы также неоднократно за столом собирались у этой женщины. И то, что сейчас произошло, это, конечно, это очень печально. Все разговоры, предшествующие этому случаю, там, не увенчались успехом. Вот. Ну, сейчас то, что с проблемой, она осталась один на один. И сначала я просто, она мне просила возить по судам. А потом, когда уже сам вник в суть конфликта, тогда уже стал помогать. Вот. Корысти абсолютно никакой нет. А для меня абсолютно неинтересно, допустим, это квартира или деньги. Или, допустим, я сам самодостаточный, сам занятый человек. На самом деле произошло, что все решения суда, и все суды встали на сторону собственника квартиры и попросили бабушку выселиться. Все решения как бы были такие. У нас оставался один единственный шанс. Это Владивосток, обращение туда. И чтобы Владивосток отменил свое же решение. В связи с этим я вылетела туда. Пошли суды. А в Владивостоке, ну, судьи услышали нас. Вот этот крик бабушки, души, потому что было написано письмо от бабушки. Они прочитали, они поняли, что человек за деньги бабушки заимел квартиру, а бабушка остается на улице 95 лет. И судьи приняли беспрецедентное решение, что надо соблюдать баланс интересов. И до тех пор, пока истец не выплатит долг бабушке до копейки, бабушка будет проживать в этой квартире, в его квартире. Конечно, хотелось бы сесть за стол переговоров, да, просто хочется достучаться до разума. Я думаю, что там еще немаловажное воздействие, да, на человека, влияние оказывает его окружение. Возможно, там кто-то в окружении ему что-то в уши поет, и поэтому человек себя так ведет. Ну, хочется, конечно, достучаться до него. Сядьте, пожалуйста, за стол переговоров. У вас тоже есть дети. Вы тоже родители. Бабушка очень страдает, что так произошло, что у нее почти 70 лет сыну, и она оставила его без угла, фактически. Там, у той стороны, 3 деток. Они тоже родители, они тоже заботятся о будущем своих детей. Как никто другой, они сейчас уже достигли того возраста, они могут понять страдания бабушки. Просто хочется, чтобы они сели за стол переговоров и произошла процедура медиации. Сейчас поставлены более-менее блоки для той стороны. То есть завещание бабушка составила на парня, который за ней присматривает, на долги. Если с бабушкой что-то случается, долги завещаются ему. А парень, ну, достаточно молодой, энергичный, и он будет выцарапывать эти долги. Но если есть дети, то есть дети будут вступать в наследство. Вступив в наследство, дети примут на себя еще и долги, обязательства по вот этим выплатам. Я думаю, что ни одному родителю не хочется завещать детям долги, правильно? Вот хотя бы из этих соображений мне хочется, чтобы они сели за стол переговоров. Во-вторых, мы проведем индексацию по 208 статье. Сумма увеличится. А потом деньги же сняты со счета коммерческого банка. Если бы эти деньги лежали на счету коммерческого банка, то бабушка бы получала проценты от этого банка. Раз они сняты, и человек пользуется этими деньгами сейчас, значит, эти проценты должен он платить.
Это 395-я статья. Мы будем выцарапывать эти деньги. И сумма долга у него будет увеличиваться. Это волеизъявление бабушки. Она захотела именно так. Ну, семья должна быть какая? Крепкая, дружная. Один друг за друга должен стоять. Так должно быть. Так было. Так и должно быть. Мы же худой мир. Война ни к чему не приводит. Только к разрушению. Всегда есть какие-то ценности. Я думаю, что все-таки исправится. И придется соглашению мирному. И бабушке хочется провести процедуру медиации, то есть примирение. Все вернуть, каждому свое отдать, вернуть, извиниться, обняться, попить чай, поплакать друг другу в плечо. Кто-то извинится, кто-то простит, и семья должна восстановиться. Надо не забывать, на нашем примере растут наши дети. Детей не воспитывают на телевизоре, с которого говорят, нельзя это делать. Дети воспитываются именно на нашем жизненном примере. Надо думать о том, что, увидев эту ситуацию внутри семьи, а как завтра к нам дети отнесутся наши, а к нам они отнесутся тогда намного жестче.